Короче, надо что-то снимать. Братиш, ну что снимать? Как всегда, выставка. Только на этот раз Сколпино. Опять же дрифт. Опять наше БМВ говно. Опять не наше БМВ говно. А опять там, значит, физика вождения. И все гелик по дешману. Ну и что? Ты хочешь сказать, он сам сюда приехал? Почти. Ну и в кадре. Ну что, подожди, академик, между прочим, на Royal Auto Show тоже на его кадре. Ну, не на Royal Auto. Дрифт Жогова. На мир автомобиля. На мир автомобиля, высока. Не помнишь ничего. Да, пофиг. Не, ну, а теперь все будут говорить, короче, что мы как академик таскаем на импад. Почему как академик? Не, ну, между прочим, когда он сполз, он сюда сам заехал, сам запарковался. Да? Да. Да? Да. Ты хочешь сказать, он сейчас заведется? Да. Да? Да. Заведешь? Потом. А что не сейчас? А что сейчас? А что сейчас? Да, смотри, давай заведем. Ну, смотри, там девочка в платье стоит, чтобы... Чтобы масло все было. Давай, заведем, братик, давай заведем. Заведем, давай хоть что-то. Жмякай пультик, погнали заводить. Че? Жмякай пультик, как миньоны говорят. Жмякай пультик. Давай, братик, заводи бибику. Сейчас, короче, будет такая тема. Значит, твердотопливный будет заводить Гелендваген по дешману. Это страшное дело. Приехали, значит, на выставку дрифт, Мацури, значит, Колпино, Спидвар, тоже Стракерс, то всякое. Ну что, сними этого, сними, чё? Чё, он сейчас про попу опять что-нибудь скажет. Ну чё? Чё мы тёкаем? Чё, заведётся-то? Нет, помойка? Давай. Нет, ну, секретные, да. Секретные кнопки. О! Капот не потеряй. А ты пошлифуй! Братиш, а что можно как его? А ну это вот так нормально! Это бот типа! Не прогрелся! Ну что, Васян, где Субару-то твоя? А нынче у нас субаристы не захотели приехать на это мероприятие, поэтому только одна суба, Форик стоит, он там вот дальше. А все спрашивают, Васян, что у тебя за двигло-то стоит в субе твоей конченой? 2,5 турбо, 230 номинал. Вот так вот Котофеич все видит. Котофеич, что ты видишь? Ты мотоблок завел на даче? Что за провокационные вопросы, Коту? Это не входит в его обязанности. Тут важно другое. Котофеич в раю, 6 БМВ в один ряд. Господи, в бой, ссать на колеса БМВ, в бой, начнем с этой, давай, ура, горим писаны. Дальше идем, БМВ онли, свали, самочка с двумя молочными железами. Акула, в бой, ссать на колеса БМВ. Чё-то Котофеич сегодня прицелиться-то не может, а? Мало попил. Пойдем дальше. Слышь, ну, чё, давай. Оголим писюны, в бой. Дальше. Слышь, ты в горошек. Не мешай Котофеичу делать свое дело. В бой на тридцатку. Отлично. Ну и наконец, у чувака розовые штаны. Два раза в бой, БМВ говно. Ссать. Оголим писаны. Страшное дело. Ну чё, приматы, чё пришли-то на дрифт? Да, посмотреть. Посмотреть, да? Да. Тебе сколько лет? 14. Ты в курсе, что ты с котом разговариваешь? Да. Чё курил? Ты чё, кипарик? Ну-ка, быстро в спортзал отжиматься. Не, спасибо, уже был на тренинг. А ты чем тренишься? Рукопашный. Рукопашка? Огонь, погладь котика. Котик любит тем, кто занимается рукопашкой. О, еще один синий. Давай, вот. Чё курил, а? Все, растаманы. Боевое самбо, красавцы. Парни, скажите, БМВ говно. БМВ говно. Огонь, а пойдемте все вместе по ссым на X5. Погнали. Не. Господи, сумасшедшие люди из боевого самбо. Я тебе говорил, надо было на печальке ехать, вон дрифт полным ходом, блин. Ну, а что, я тебе говорю, печалька, она же, блин, экспо, на выставке, на фото безумие. Ну, блин, ну не подрифтимо сейчас, но у нас есть, смотри, есть, вот смотри, дрифт-трайк. Огонь, ну давай, вон вокруг Котофея.
Ты хочешь, чтобы я это сделал, да? Конечно. Котофеевич, прости. Да. Давай, давай. Да. Техника дьявольская. Да? Сейчас давай. Котофея только не переедь. Я буду стараться. Да, старательный. Дрифтер от бога! Все, братик, все, я на трассу, я на давай, трассу! Братиш, ты пойми, перед тем, как провести конкурсы, нам нужно что-то подарить людям. Подарить людям. Я знаю одну замечательную контору, называется «Физика вождения», у которых мы можем сейчас незаметно что-нибудь отжать. Короче, ну, пойдем попробуем. Пойдем, у меня есть определенная схема, давай. Сейчас мы это сделаем. Здорово, старик! Здорово! Как дела у физики? Нормально? Блин, смотри, вообще жига с мотором от Бугатти. Не-не-не, все, уже не делаю. Все хорошо, пойдем. Огонь, приятно было увидеться, да, все хорошо. Ништяк, огонь. У меня есть. Спасибо, физики, огонь. Че, надо, короче, гелик пропиарить. Давай, че, ты режиссер, давай. Ну ты мем вообще выбрал момент, понимаешь, все уже разошлись туда на дрифты, и вот сейчас самое время пиарить. Ты же у нас мега классный дядька, давай, покажи, что ты можешь, ты потяни скажи, народ, бери микрофон, давай. Ладно, давай попробуем. Давай. Все это только ради тебя и гелика вообще. Давай. Итак, друзья, немногочисленные посетители парковки дрифтов Колпино, мы приступаем к розыгрышу призов парни на мотоциклов. И все только для того, чтобы пропиарить вон тот замечательный черный ржавый гелик с мотором от BMW. Слово сказать, мотор V12. А несколько вопросов, конечно же, правильно все ответившие получают призы. Значит, дальше разыгрываем наклейки, честно, без какого-то ни было кидала. Значит, ребят, следующий вопрос. Насколько колес привод у этого гелика? На два. На какие? Передние или задние? Левая сторона. Какие? Левая сторона. Нет, ну ребята, серьезно, на кого наклейка? Соображаем. Задний привод, красавчик, бородач. Все, иди к разговорам, они дикая отдадут наклейку. Стукнул. Молодцы. И накурят обязательно, да. Нет, ну там чисто все в рамках кальяна, вы же понимаете. Эй, привет! Привет, девочка! А ты смотришь печальку? Скажи, что смотришь. Мы знаем, ты едешь на гелике. Да, подойти к тебе такой кот, я думаю. Ну, что твердотопливный? Я даже не могу сейчас ничего тебе сказать, жалкий примат, что я думаю, потому что среди нас дети. Погладь кису. Погладь котика. Котик в стиралке провел, понимаешь, всю ночь, он чистый. Давай вот так вот. Женщины и дети, ничего не могу противопоставить, только они могут меня мучить. И мучают. А ермольник, хулиган, все время меня в растворитель, в стиралку. Прикольный вы. Котофеич, в честь твоего отпуска, выхода из отпуска, у нас есть тебе подарок. Но тебе придется его самому достать. Таюшка, поворачивайся. Перевуху. Что вы мне задумали? Я не буду писать на девочку, вы что? Давай, Котофеич. Что там? Сейчас, Таюша, подожди. Что там? Держи, печальку. Печальку? Печальку. Огонь! Надо отпраздновать. Кирьянку забыли. Котофеич, деньги теряешь. Бабло теряешь. Ничего. Сейчас отпразднуем. Валерьяну всегда с собой. В бой. Здорово, Кирьянка. Здорово. Ну, наконец-то, понимаешь, приехали на Волгореда, на дрифт. Огонь вообще. Огонь. И
Немножко усиления, немножко пьянки. Немножко усиления, да? Это... Вот, я смотрю, вы давно едете уже. Ну, мы, да, часа полтора добирались. Отбиваться от... От кого? От ДПС. От депосов отбиваться? Нет, депосы бывают нормальные, чем ты что? А это небольшой подарок для тебя. Да ладно. От мафии. Давно хотели вам подогнать. Ну, расскажи, ладно, ладно, раз уж подогнал. Расскажи про контору, что очками-то занимаетесь. Скажи, слушай, как... да, стоят у нас бегунки по городу. Вот. Так. Ну, вечерами мы их объезжаем, снимаем выручку. Вот. И сделали вот такие очки для тех, кто бывает выпивает и может уронить очки на асфальт. Так. Опа. И просто меняешь линзу. Ну, это не главное. Главное, мы хотели выразить респект. Вам спасибо, старичок. За ваше огромное движение. Смотрим. Вот. Шоу-бизнес. Нелегкая работа. Не говори, не говори. Эль Контрабандо вообще просто потрясающие ребята. Очки, смотри. Сделано в Мексике на русские бабки. Да ладно, подожди, где это делать? Подожди. Made in Mexico, Russian money. Прикольно. Блин, а можно посидеть? Конечно, нужно. Нужно. Ребят, пустите меня, пожалуйста, в этот замечательный автомобиль. Блин, огонь. Слушай, оно вообще управляется, когда едет? Управляется, конечно, но я навык, просто... ты же понимаешь. Да, я понимаю, что я... Не вот гидроусилитель. Вот эта палка вообще как бы... А попробуй, она выдергивается, ей тоже можно отбиваться. У меня на классике все время на гоночной такое происходит. Причем, знаешь, едешь, кто-то тебя подрезал. Да, на светофоре в окно можно. Больше не встает вообще. Отлично, просто. Ну и надо. Система как в вертолетах. А, да, все, что. У нас музыка, подсветка, дальний, ближний свет. Я смотрю, даже маффин есть. Маффин. И как полагается, нищебродный такой, да? Вообще, блин, слушайте, надо реально снимать полный, целый обзор этого машины. Этой машины как-то собираться, короче, днем в хорошую погоду, ехать джигурдить. Они, ну, просто... Давай, мы только за бутылки выкинем, чуть-чуть ее помоем. Да бутылки даже можно не выкидывать, мы все равно еще накидаем. Я думаю, что да. А что за мотор? Мотор 402, обычный волговский. А, то есть как бы все, там все в стоге. Да, все. Слушай, в стоге. А... И хочу сказать, что ну, для этой машины больше точно не надо. Да, это же такая, как бы вообще просто. Вообще. Просто эмоции. Смотри, здесь тоже еще такие штуки просто. Эль Кабрио. Что это такое? Эль Кабрио, она имеет свое имя. Это я понял, а вот это вот? Это подпись. Нет. А, подпись чувака, который да, рисовал. Да. Я понял. Мы ее называем Его Величество Эль Кабрио. Вот. Его Величество немного подустал за прошедшие 3 года. А на Фортуне были же его, по-моему? В прошлом году были высший фестиваль, в этом году обязательно будем. Я как раз тоже в этом году Фортуну веду, так что приезжайте, как мы вас отпианим по максимуму, как можем. Вообще, телочка тоже очень красивая. Ну, тематика казино. Здесь блондинка, там брюнетка. А, ну все как полагается. Слушай, а лежачих не цепляет, не надо? Цепляет, конечно. То есть в этих рамках все как полагается. Все, да. Низкий газ радует глаз. Да, все с трудом преодолевается, поэтому... Зачастую маршрут строится по улицам, где просто нету полицейских. Слушай, ну смотри, крыши нет, но здесь все вот усилено. Можно все поднимать туда любое, за любое место двери все. Ну, то есть ничего не перекашивает, двери открываются. Причем, смотри, даже трубы такие в стоке, типа ржавые, подъеденные коррозией. Стараемся стоялок соблюдать. Но вообще собиралось, конечно, с максимальным, минимальным бюджетом. То есть. Ну, надо думать. Нет, вообще, когда речь заходит о таких машинах, я думаю, разговор о деньгах вообще не уместен. А мне интересно, сколько максимум народу мне влезало в эту тачку? 17 человек. Сколько? 18 человек. Ну, чисто теоретически. Давай я покажу. Давай. А, что ты по краске-то? То есть тут полка. Я так обычно на печальке делаю. Тут человек 12 может, только на полке надо здесь стоять, и, собственно, и ничего не будет. Офигеть. Вот. Слушай, ты реально так по-жесткому вообще по краске ходишь, прям сердце крови обливается. Ну, слушай, ты что? Ну, видишь, дело в том, что просто... Я понял, ганста-тачка. Ганста-тачка раз, во-вторых, сейчас в ближайшее время ее ждет небольшая реинкарнация. То есть, будете обливать, да, еще раз? Да, реабилитация, будем обливать. Вот, немножечко она сменит свой стайлак в более такой пацанский. Вот. Ну и...
Уже столько было фотосессий, столько девушек на каблуках на этой полке. Слушайте, курица, да, вообще с каблуками, вот я вот считаю, страшное дело, потому что у меня на мотоцикл все время лезут, блин, там тоже аэрография. Я все время, у меня девки оставили. Убивается сердце кровью, но ничего вообще не сделать. Салон тоже, да, то есть цветовая гамма та же останется. Красный, черный, или что-то изменится? Не знаю, подумаем, ну... Понимаешь, у нас столько проблем, ну не проблем, а всяких нюансов с ней, что салон нас меньше всего беспокоит. Я понял. Вот, то есть нам там нужно больше там по технической части кое-какие вещи делать. Вот. Ну вот, например, крыло сгнило, видишь. Ну, у нас нету. Мне кажется, из этого крыла самое дорогое — это аэрография. По сути, да. Но видишь, у нас просто две зимы она стояла в не очень таком гараже проветриваемом. А, я понял. И поскольку алгоритм пошло, да? Ну, как, тут донор стоил 10 тысяч рублей. То есть, я смотрю, даже вон все четко, все как да, да. А это вот на заказ, да? Заказ в интернете. В интернете, да? Без проблем. Есть группа, да. 500 рублей. 500 рублей на пахнет. Вообще какой-то. А что щетки не поставили? Зачем они нужны? Мы потому что ездим на них. Логично. Кстати, а были ситуации? Вот были. Поехали? Были. И, короче, полило. Были ситуации? Были, да. Как мы справлялись? Либо я был... Из линзы, я не линзы из очков вытаскивал. Ну, один раз мы под мост на заправке, да, чалились, а разок нас прихватило прямо на Петроградке, деться некуда. Мы просто сидели под тентом. Ага. Напротив отделения милиции, да, по-моему, заскучали даже. Символично. Трубку приколотили мира, потом смотрим, что... Ядрен батон! Отделение милиции прямо напротив, мы сидим в кабрике, пыхает. Это, наверное, вырежет. Что ты несешь, что ли? Вырежьте. Продолжаем разговор. Не-не, это все лайф, ничего вылезать не будем, все по-честному, парни. Как бы так. Слушай, ну Волгарь огонь. Едем мы... Раз по-честному, тогда я за своим пивом залезу. Все нам бибикают, то есть эмоции максимальные у всех. А самое главное, когда вот именно люди такого старшего поколения, ну, для тех, для кого в свое время Волга была прям что-то такое недостижимое, да, как сейчас Мерседес какой-нибудь, ага, последний. И вот когда они вот эти, трепетно, да. Когда вот те, кто трепетно так достаточно к Волгам относится, показывают вот так, ну, это такое прям признание. Слушай, скажи мне, а стекло просто, да, а вот стекло, да, это что-то? Да, пока как бы, ну, это, наверное, это немного позора, но это скоро будет вырезан нормальный триплекс. Триплекс денег, кстати, стоит вообще капец. Но не сам триплекс, а вот самые замеры, вот это самое дорогое. Мерить, короче, заказывать. Мы что-то пробовали, морочились, такой геморрой. Потому что у нас в Питере что-то как-то не очень. А если тебя кто-нибудь смотрит и готов нам вырезать по бартеру очки. У нас есть очки, майки, женщины. У меня 5 очков. Вот. Так что пишите. На стекло. Причем не наших очков, а очки, которые с глазами. Вот эти. Да, пишите, парни. Пишите обязательно. Да, если кто-то может помочь. Мы... Кто-то может помочь со стеклом на алгоритме. Прикольно. Ладно, пойдем дальше развлекаться. Спасибо, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, удачи. Чел. Смотрим. Да, давай, все, пока. Ага, стоп. Я халяву. Все, я без халявы. Без халявы не выйду. Не забывай, да. Все, еще раз. Все, мир, респект, уважуха. Да, я пожму руку оператору, это животное. Все, всем пока, ребят. Пока. БМВ говно. Но Котофеевич любит БМВ. И вообще, окончание дрифт мероприятия нужно отпраздновать. У Котофеевича валерьян, он всегда с тобой. В бой! Подписываемся на канал, ставим лайки. Бухаем с нами. Жесть.